Всем привет! Сегодня я такое видео сделаю для нового плейлиста. Но пока не знаю, как его назвать. Там, короче, про самоделки Сузуна. В общем, первая, как говорится, самоделка будет мой трактор. Видео будет вторая часть. В общем, обзор моего трактора будет. У меня уже есть первый обзор. Это будет первая часть. И сейчас второй хочу обзор сделать трактора. Более такой подробный. И пробежимся мы снизу. Вот пока он на яме у нас стоит. Сверху я так показывал более-менее. Сейчас пробежимся снизу еще разок. Покажу там какие карданы, там какие что сделано у нас. Ну пойдем, конечно. Ну что, для начала начнем мы с передней балки. Из чего я ее делал? Делал я ее из москвичевских ЦАП. Здесь вот это нижние рычаги, куски обрезанные. Вот. Прямо вместе шаровые. Даже хоть и шаровые я как резал газом, пыльники сжег, так и стоят. Так и не перебрал. Ну и верхний вот. И приваренный к швеллеру. Ну это, наверное, какой? 10-й, наверное, швеллер. Так. Потом что? Ну, поперечина тоже такая труба квадратная, толстостенная. Но она слабовата. Ну и изначально я эту, конечно, балку делал не под этот двигатель. У меня же, как помните, стоял пускач сперва. Так, тяга это тоже с москвича, только с 407-го рулевая. Туда же, видите, наконечник у него есть. У него там на 407-м нету маятника. У него такая система хитрая. Так, что это еще снизу? Ну вот, балансир сделан из крестовины. Видно тебе ее хорошо? Крестовина, не знаю, то ли камазовская, то ли зиловская, короче. Вот одна сторона прям приварена. Когда варил, здесь вот просто охлажал помаленьку, здесь проваривал. Ничего там не сгорело, все нормально. Вот сколько лет даже не болтается, уже 3 года больше ходит. Там даже мазута есть немного в ней. Хотя можно и прошприцевать при желании. И, кстати, не говорю, никаких ни лифтов, ничего нету. Кстати, для небольшого трактора хорошая такая конструкция. Сами видите, все просто сделано. Можно ее и снять, кстати, балку. Вот, крепится на 4 гайках, болтах. В траверсе. Двигатель, естественно, жигулевских тут. Вот тут еще, покажи, интересно. Не с этой стороны. Здесь у меня релюшка стоит дополнительно. Зарядки. С классики. Потому что, короче, последовательно сделан. Тут вообще генератор с шоколадкой. Я последовательно сделал через релюху. Когда пахал, почему-то перезаряд всегда фигачил у меня довольно сильно. Так, вот снизу установлен. Тут видно, может нет. Насос. Так, с таким вот приводом интересным. Видите? Лопатками. Ничего, сколько лет не обрывали. Единственное, я сделал 4 лопатки сейчас. Кстати, уже подшаркивает. Скоро надо будет, наверное, снимать, наваривать. К шкиву тут самодельному. Ничего, тоже работает нормально. Даже в мороза включаю. Тормозов тут нет никаких у меня на балке. Хотя при желании можно поставить. Так. Глушак, окошко стоит. Пойдем дальше. Здесь вот траверс вот так вот, давай подвижку. Траверс вот так сделал просто у меня. Тут я прям подушку убрал и приварил. Отжег подушку и прям приварил самоукрепление подушки металлической. К этой траверсе. Муфта тут идет вот на коробку. Обычная классическая муфта. Она прям стандартная. Единственное, вот переделан в газовской коробке первичный вал. В него вставлено, ну как она там, вставишь кусок кардана вот этот со шлицевой от Жигулей, и в этот первичный вал вот так обрезан, вот здесь провален. Ну, засверлен он, естественно, и туда вставлен газовский вал первичный. Видно тебе, нет? Так, что тут еще? Ну, крепление вот такой коробки. Просто вот на раскосинах. Она стоит, кстати, жестко, видите, без всяких подушек, без всего, газовская коробка. Оно и жиговскую надо было мне сделать без подушек. Лучше бы было, мне кажется. Что тут еще снизу? Вот вал отбора газовский. Коробка, кстати, 52-го. Так, давайте маленько сюда вернемся, назад. Пошла, повернись. Колонка вот рулевая стоит, москвичевская. Так вот прям на втулочках я ее варю. Тебе надо было свет взять, наверное? Нет, видно. Нормально? Не, давай света, фонарь принесу. Ну, в общем, вот рулевая колонка. Тут даже стошка родная. Здесь вот крепление одно прикручено, вот эта подставка под радиатор сделана. Радиатор, я уже говорил, восьмерочный стоит у меня, поэтому и сзади. Кстати, хорошая конструкция,
Не надо впереди лишнего делать. Морду длиннее ему. А охлаждение нормальное, это вектор. Вал отбора, вот вазовский кардан вот этот. Вот он идет. Тут прям вазовское все целиком. Здесь кусок газовского кардана. Вот видите. В него варен прям вот он, вазовский. И самый этот центрирующийся подшипник здесь стоит от сельхоз с буксой. Вот такой вот. Не маленький. Вал здесь большой. Газовским. Как раз оделся. Ничего не точил, ничего. Так. Кардан газовский тоже укорочен по максимуму, сколько можно было, вот обрезано тут, вот так и идет, такие посадочные здесь как раз. На что одевается сама труба, глянец типа. Вот да, и они друг с дружкой соединились, и вот я обварил такой вот кардан коротенький. Сантиметров 50 он где-то, мерить не буду. Мост. Мост у него, видите, в раму варен прямо жестко. Мост газовский 53, укорочен по 25 сантиметров с каждой стороны. Видно. Видать? Вот так его вырезал такой. Все проварено хорошенько. Так, рама. А, рама сама. Кусок газовская рама передней. Передняя часть. Кстати, она была, вот сейчас покажу. У меня была рама, иди сюда, сюда, вот до сюда вот она. Ну, короче, вот до этой вот травилась. А это я уже наращивал всю верти, даже два раза я их наращивал. Вот нарастил, и второй раз мне пришлось наращивать из-за насоса. У меня сперва насос стоял на ремне, вот шкив идет, вот этого, от гидравлики, от рулевого. А второй раз я уже поставил, ну, вот этот, и поэтому нарастил еще по 15 сантиметров, по-моему. Морду. Короче, вот такой рама стечная вся получилась. Ну ничего, пока держится. Цеплять я сюда особо ничего не забираю. Мощная. По навеске. Не знаю, может, увидишь. Вот это стол. Мощные вот такие косынки. Приварены прям тоже к мосту. Здесь в середине еще есть одна косыночка. Ну и через них ломик вставленный на 30. Ну, ломик я делал. Кстати, как-то его утянул. Согнул весь мой. Или, а нет, это трубы. Сороковая труба где-то сверху этого ломика. Это она вот эти подвижная, она крутится все. Вот так навеска сделала у меня. Что тут еще показать снизу? Так, поснимаем маленько просто. А, вот это может кто спросит, зачем. Это у меня наш, где-то тоже есть и фотки, там в Word-журнале на драйве. Короче, вот сюда у меня вешается, вот в это место, помпа пожарная. Летом вот я воду качаю, сюда вот звезда ставится, такая большая. Вместо вот этого кардана. Ну, кардан можно и оставлять. Я не знаю, я хочу в этом году, если буду поливать, переделать немного эту конструкцию. Маслица вот на морозе маленько даванула. Ну, это с первички бывает, мороз, он бежит вон. Там видно, наверное, было. Подтекает она немножко. Ну ничего страшного. Значит есть, если подтекает. А, кстати, вот про глушак. Вот так я его повесил. Ну я его повесил, из-за чего здесь такой глушак сделал. Ну, сокушки мне отдал сосед. Мятый весь. Из-за валобора. Раньше у меня был глушак сюда прямой и назад уходил. Ну тут сейчас мешает, я сделал в бок. Тут только проблемка с ним была. Постоянно вот эти отрывала. Гребаные резинки, блин. Вот последний раз вот я купил. Видите, какую резинку с этого, то ли с 12, то ли с 10, по-моему, с 12 мне сказали. То вот они держат еще. Ну и вот там впереди, а не, ну тут восьмерочная же до этого стояла, то ли с Мерса, то ли с Ауди, вот она тоже держала нормально. Так, что тут еще-то? Ну, вроде больше тут нечего особо снимать. А, вот сзади коробка крепится, спереди вот она жестко лежит. Уши, а еще задние вот здесь траверсом вот здесь. Вот она. Видать тебе, нет? Вот эту сторону. Нет, ту лучшую сторону видно. Она на подушках вот стоит на волговских. Вот именно задняя часть. Не знаю, не помню, почему я так сделал. Может просто, что так походила она лучше. В общем, вот здесь на подушках. Такие лодочки на подушке, которые. Видно тебе? А? Сливается. В смысле сливается? А, нет, я не
Вон лодочки. Так, так, ну все, вылазь сюда, иди. Ну давайте тут еще понаружи так пробежимся просто вокруг. Фары Москвичевские, двигатель Жигулевский. Мотор копеечный, но расточен под 82, сейчас, короче, он 1,5 получился. Можно сказать. Поршня 12-шные стоят под увеличенной степенью сжатия. Ну, два вентилятора. Ну, второй я включаю на похоте. Ну, хотя сейчас они у меня оба запаялись параллельно. Включены от одного датчика. До этого там еще у меня один датчик был. Включение. Это с Форда, это с Тойоты, с кондиционера. Даже. Ну, газовая, да, стоит. А где оно, кстати? А, вот. Ну, редуктор газового оборудования. Электрокотел вот такой у меня стоит. Не знаю, показывал, но в прошлом видео. Просто в заглушку вбивается блок. Кстати, вот такие ставьте, как вот. Ну, здесь, что тут, шоховская панелька такая самодельная. Маленько я так вот разрезал. Кабину не хочу делать. А, ну вот, кстати, подушки эти вот отсюда видно лучше. Крепление. Короче. Правочная у нас. Электрика у меня еще нифига ничего не подключена. Навеска, конечно, для него слабовато. Видите, все обмет, ломает. Надо разбогатеем, может, деньги будут. Куплю это. Под белорусовский переделаю тяги. Под центральную белорусовскую. Для этого все-таки дури у него много. Здесь такой вот бардачок стоит, инструмент, бензобак вот. Бензобак, ну все, в принципе. Вот такое вот небольшое дополнение такое снизу. Обзору первому, так что комментируйте, предлагайте название плейлиста, я пока сделаю его без названия, там напишу несколько вариантов в комментариях, ставьте под ними лайки, мне там предлагали уже несколько, сделай сам, по-моему, и в этом роде. Ну а тест-драйвы там, тест-драйвов хватает этого трактора, кому если интересно, зайдите там. Мой самодельный трактор, плейлист, там много чего есть с ним. И пахота, и посадка картошки. А насчет новых тест-драйвов, там обзорчиков, там самодельной техники. Ну вот сейчас вот маленько, наверное, к Рождеству ближе. Вот на днях. Сейчас пока некогда, Нивой занимаюсь. Поеду договариваться. Может, с Акушкой там еще несколько договорюсь. Техники такой, пока зима, сделать обзорчик. Кстати, вот каракарда делаю тоже. Сделаю тест-драйв и обзор. В общем, в этот плейлист будут добавляться. У кого, может, поблизости, кто живет, тоже предлагайте, может, сделаю тест-драйв вашей техники. Так что, надо делиться, как говорится, своими секретами, иначе они умрут вместе с вами. Так что, до новых встреч. Всем пока.